Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Было это как-то в Хэллоуин. Кот Хуан сидел совсем один. Пил чаек из кружки, кушал печенюшки и глядел в окно. Разозлился, в монстра обратился, к человеку он во двор бежит. Только вот что произошло, кот во дворе никого не нашел. Голову он на окно повернул, из квартиры кто-то подмигнул. Кот Хуан помчался к двери, та заперта, изнутри не пускает больше кота. И кот в окно пошел колотить, и его пытается разбить. А в квартире ходит человек, смотрит телек, ест кота обед. А Хуан дубиной взял стекло и двинул, стекла разлетелись, кот банкет. Хочет это тотчас прекратить, влез в окно и начал истерить. И никого нет дома, за окном знакомый продолжает человек. Даже
червь огромный мостовой выполз из норы своей родной. Ведь поле перепашет, ты червя размажет, трактор пожиратель очень злой. Нашелся герой, злодея сломить, оделся он пугалом, чтобы следить за трактором, и встал на поле с утра. Ждет он ночи, только это зря. Трактор фарами на пугало посветил и, конечно, сразу его разоблачил. Мотор заревел, и он полетел, с пугало по скорости влетел. И давай по полю его гнать, бабером по заднице подать, чтоб не мог достать и по полю шастать, а потом, конечно же, сожрать. Все в бинокль видел саранхед, в рот ему обед. Ну а трактор катит, ты с собой прихватит шляпу пугала, какой эстет. Говорящий Бен очень сильно заболел, и сопли обидно, как назло, внезапно без спроса побежали из его носа. Фредди понял это серьезно, пока не поздно отвезти на тачке в больницу, самому бы не заразиться. Фредди Бен везет, псу очень не везет, будут его лечить, в горло сироп пылить. Ехал Мишка, что из сил, до больницы докатил, а потом ушел домой, Бен остался с медсестрой. Шли неплохо совсем поначалу дела, говорящая Белла сиропу дала, а потом говорит, надо сделать укол. Белл вскочил и опрокинул стул и стол. Побежал больной по больнице, а за ним чит Белл со шприцем. Рокси помогать ей решилась, вместе с ней в гонку пустилась. Песик не успел оглядеться и не знал, куда ему деться. Вот уж догоняет Роксана, достает шприцы из кармана. Бен бежит, да только без толку, падает он прям на иголку. Не увидел шприца он, что ли, воет от обиды и боли. Чарльз как-то Уэнсли похитил, он прокрался в ее обитель и в мешок ее свой засунул. Вещи он записку подсунул, что она уехала в гости, только Чарльз не видел гвозди и улику там он оставил. Ну а Уэнсли к себе доставил, снял с головы мешок и подал. Вылезли пауки, к ней они поползли, но они ей нравятся, с ними поиграется, а потом возьмет свой меч, лапу Чарльзу отсечь. Только Чарльз в бою очень ловкий чувак, разломить ее меч — это полный пустяк. Он зубами его просто перемолол, только кто-то в спину его уколол. Эта вещь пришла на подмогу, принесла всего понемногу. Стрелы и пистолеты, и защитные амулеты. Сразу они вооружились, в схватке с паровозом сцепились, и ему они отомстили, в логове его победили и трофей с собою забрали. Зубы у него оторвали, и жевать теперь он не может, способен есть только может. На стоянке стоит машина, нету в баке у ней бензина, но она и не унывает, и музон так громко врубает. В окнах у нее по колонке и ухмылка, как у чертенка. Тоже это создатель, ведь машина тоже.
приехал в город толстый мистер Пикл, и с собой привез он черный мотоцикл. Никого не любит он и хочет всем насолить, никогда не будет он ни с кем дружить. Вот монстры спокойно под солнышком знойным мимо мистера хотят пройти, а он не пускает, на них направляет шланг с водою, чтобы их смыть с пути. И монстры в рассыпную быстро побежали, и полицейских сразу они громко звали. Полиция приехала, но мистер Пикл скачил скорее на свой черный мотоцикл. Начались по городу большие гонки, Пикл из багажника достал зеленки, и такими капитошками в них начал пулять, чтобы от полиции скорее угнать. Но в полиции все мастера пинг-понга взяли и отбили они всю зеленку. Отлетела она в мистера, и он не увяз, выполнять теперь полиции приказ. Джамбой жил в подвале, детсада не любил. Он шум и засаду строил, он от милых детишек, что испортили мягких мишек. Птица видит весь этот ужас, потихонечку поднатужись, отползает задом, но тщетно, не смогла уйти незаметно. Дети спали в клюв широко, дружно кладут туда яйца, но вот беда, больше не вмещается. Птица притворяется, что она игрушка, но надоело ей оно. В общем, дети разгрохали весь детский сад, и Пан-Пан собрал монстров, решили вот так, что пора уже этих детей проучить, и детишки перестали жесть творить. Их Пан-Пан везде поджидает, вылезает и всех пугает. Если видишь два острых ушка, сматывайся из комнатушки. Птица ожила, всех поймала и в подвал их сразу погнала. А в подвале ждет их зеленый Джамбо, очень-очень огромный. Дети все ему обещают починить все и убегают. Все детсад опять идеальный, и очень печальный. Уэнсдэй одинокою была, целый день глядела из окна, видела, катались с горки и толкались ребятишек целая толпа. И вот только наступила ночь, Уэнсдэй из домишка вышла прочь, тише даже мыши подошла поближе, с горки прокатиться не прочь. Залезла в нее, закрыла глаза и вниз покатилась, отключив тормоза. И едет, и едет, и едет она, горка как-то слишком уж длинна. Наконец скатилась, но совсем не туда. Что это за жижа, может быть кислота? И вдруг из нее ужас растет, и сейчас на Уэнсдэй нападет. В это время вещь пошел